А в Краснодаре продолжается первенство России и всероссийские соревнования по гребле на байдарках и каноэ. За медали в столице Кубани сражается около 200 гребцов из 35 регионов страны. Возраст спортсменов от 15 до 19 лет. Турниры эти традиционные и на юниорском уровне считаются первыми в новом календарном году. Где их проводить, вопрос давно не стоит. Погода в Краснодаре пока на воду выходить позволяет. Но, конечно, и здесь уже не совсем жарко. Гребцы, впрочем, не жалуются. Отношусь я к холодам спокойно, потому что занимаешься уже много лет и как бы привык уже к смене сезона, и поэтому вообще никакого напряжения нет. А чувствую ли разницу между зимой и летом, то не особо, потому что как бы Краснодарский край, тепло, ТЭЦ, вода теплая, и поэтому разницы не ощущается. Стартовали соревнования вчера. Юноши и девушки на байдарках и каноэ преодолели 2-километровую дистанцию. Сегодня они преодолеют заезд на 200 метров. Завершатся состязания завтра общим стартом на 5 километров. Лучшие спортсмены по итогам турниров получат вызов в молодежную сборную России, которая соберется уже весной следующего года.